Вітаю вас, шановні, в ефірі меморандум латинською «Те, що варто пам'ятати». Ми говоримо про відомі, маловідомі і невідомі події нашої історії, або такі, якщо, як ми думаємо, відомі, а потім виявляється зовсім не так. І от сьогодні ми будемо говорити на тему, чесно кажучи, я подібної передачі на таку тему не знайшов ні у вітчизняному телевізійному просторі, не побоюсь цього слова, ні у світовому масштабі. Ми спробуємо дослідити таку штуку, як популізм, з точки зору історичного процесу. Ну, по-перше, ми бачимо, що сьогодні впевнено популізм крокує по планеті, приходять до влади або хочуть прийти до влади політики певного кшталту в Європі, в Сполучених Штатах. Але Європа і Сполучені Штати – то їхні проблеми. Головне, що у нас популізм не менш впевнено, можливо, і більш впевнено, крокує по нашій країні і вже далеко не перший рік. Ну, як от ми прийшли до життя такого? Про це ми поговоримо сьогодні з відомим юристом, з дослідником історії, публікації якого я вже протягом кількох років читаю із задоволенням. Станіслав Ковту в нашій студії. Вітаю вас, пане Станіславе. Ну от спонукав мене один з ваших останніх постів, якраз він саме популізму присвячений, я навіть роздрукував, не знаю, чи, якщо потрібно буде, я процитую певні речі. Але от коли ви написали про популізм, я вперше, тому що читаю вас як і юриста в тому числі, я згадав якось про римське право, і потім я вперше якось зв'язав ланцюжок. Вперше це слово виникло у давньому Римі, в часи пізньої Римської Республіки була партія, ну, знову ж таки, умовно, партія популярів. Зараз історики сперечаються, чи можна тоді назвати це партією, але тим не менш популяри, які відстоювали інтереси плебсу, з оптиматом у них політичний конфлікт. І я чому згадав, що тоді, коли люди займались політикою, вони відповідали за свої політичні рішення і відповідали часто своїм життям. Ну, найвідоміші з популярів брати Гракхи, одного з старшого, якого забили до смерті під час політичного процесу. Да. А другого через 12 років, ну, майже в такій же ситуації, не забили, але він попросив свого раба зарізати його. А потім я подумав, що і наступний політичний процес в середньовіччя, пізне середньовіччя, аж до Французької революції, будувався тим, що люди важили своїм життям у політичному процесі. Ну, у нас коронованих осіб, хто займався тоді політикою, мало хто дожив і кінчив життя своєю смертю. Або на полі бою, або на ешафоті, або в результаті закладу, там ножичком пірнули, отруїли. Отаке. Я до чого таке довге вступне слово? Коли наступив той момент, і чому він наступив, що політики перестали відповідати за свої дії, ну, не лише власним життям, Бог з ним, нехай живуть, хоча, от. Але, ну, взагалі ніякої відповідальності немає. Ми говоримо про політичну відповідальність, яка полягає в тому, що його потім просто не переобирають спокійно. От коли, який злам відбувся, і коли він відбувся в цьому сенсі? Спасибо. Ну, а сначала я коснусь Древнего Рима. Да, прежде всего... Там все начиналось. Да, там все начиналось, вы абсолютно правильно говорите. Но Рим жил по принципу город-казарма. Он, по сути своей, до прихода завоевания Древней Греции был достаточно суровым обществом. И, как вы знаете, риторика, умение говорить и отвечать за свои слова было одной из частей образа римлянина. Поэтому, если он выступал в Сенате, он выступал коротко, по сути, и, как правило, его слова не расходились с делом, потому что, как значительно позднее говорили, народ и партия едины, действительно, сенаторы и плебс, они были взаимосвязаны между собой. Отсюда появилось знаменитое выражение «хлеба и зрелища» и так далее. Однако, как мы знаем, что во времена республики в Риме выделились более патрицианские семьи, так сказать, патрицианские семьи, которые сейчас назвали олигархами, которые ведали распределением земельных там делянок или еще какими-то бюджетными коштами. Кстати, предвыборные кампании и вот эти то самое хлеба и зрелищ политики устраивали за свой счет. Это немаловажно, между прочим, в отличие от нынешнего. Не за бюджетные, да. Но, тем не менее, произошло определенное расслоение общества. И часть народа, будем говорить, назвать рядовые римские граждане, почувствовали себя обойденными. И вот здесь как раз появились те самые популяры, которые собирали и выступали от имени народа. В основном они были представлены народными трибунами, которые от имени народа пропагандировали те или иные вещи.
И это объяснялось тем, что все-таки, почему это не приобрело тогда широкого, скажем, значения? Потому что не все жившие в Римской республике были гражданами Рима. Да. Были, это, короче, было одним из причин конфликта. Очень. Были даже две союзнические войны за то, что там латиняне, они требовали, чтобы они пользовались всеми правами римских граждан. Поэтому, будем говорить, целевая аудитория, она была не большая, и поэтому эксплуатировать те или иные модели, о которых мы сейчас будем дальше говорить, было как-то тогда невозможно. И поэтому в основном суперечки основные происходили по конкретным вопросам. То есть по распределению земельных делянок, по распределению средств из казны, там, по принятию тех или иных актов и решений и так далее. Поэтому как бы, я считаю это определенным прологом вот того популизма. Вообще, на мой взгляд, популизм, если брать его сейчас, как модно говорят, модели там 1.02, то мы сейчас живем в популизме 3.0. Да, это интересно, ваша думка. Да. Популизм 1.0 родился именно с появлением политических наций. Это французская буржуазная революция и на континенте североамериканские Соединенные Штаты, где впервые был отказ от сословного принципа и в основном был принцип гражданина, вне зависимости от его там, богатства или еще чего-то, он как бы равенство всех перед законом. То есть таким образом все жители Франции являлись подданными или гражданами республиками со всем комплексом гражданских прав. И вот здесь как раз появилась именно та возможность манипулировать массами. И, как мы знаем, появились якобинцы, различные другие такие течения, которые постепенно уничтожая. Во-первых, я тут сделаю небольшое вступление. Я популизм говорю исключительно с отрицательной точки зрения. Для меня популизм — это плохо. Так. Почему это плохо? Потому что, как вы знаете, французская буржуазная революция закончилась сначала массовым террором, подавлением инакомыслящих, потом они начали убивать друг друга, и потом пришел великий ужасный Наполеон Бонапарт, который стал императором, по сути дела, тем же королем на руинах той самой французской республики. Революция пожирает своих детей. Совершенно верно, да. То есть здесь это, потому что революция это и есть, будем говорить, хаос идей и столкновения и противоречия. Почему этого не происходило в средние века? Потому что средние века они были очень жестко сословными. Там была феодальная лестница. Вот этот крестьянин, он не мог там забраться на где-нибудь в Вестминстерском аббатстве. Социальных лифтов не было. Не было, да. То есть родился крестьянин, ты живешь. У тебя есть там свой барон, который берет у тебя оброк, тебя защищает, у тебя между ними есть определенные договоренности. Есть принцип вассалитета, где тоже между собой есть какие-то отношения, там вассал моего вассала, не мой вассал, скажем так. Да? Есть король, которому, допустим, как в Британии, в Англии выделялись деньги, и он собирал эти деньги там, с баронов, а бароны его там защищали. То есть были определенные жесткие, четкие договоренности. Нельзя сказать, что это средневековье, я не согласен с тем, что его назвать темным, допустим. Оно было очень достаточно светлым, и там все было четко, ясно и понятно. Когда пришли к власти, будем говорить так, вот эти первые популисты, якобинцы особенно, как радикальные революционеры, они говорили, что мы построим, вообще как бы, тут стоит сделать еще одно небольшое отступление, популисты работают со сверхидеями. Это абсолютно как бы абстрактные люди. Почему вот мы говорили с вами про популяров, они были четкие и конкретные, как сейчас тоже можно говорить. Идея справедливости, да? Вот, да, справедливость, взагали, совершенно верно. Вот даже возьмем набор хит-парад, топ-парад, так сказать, коммунистических песен, интернационал. Мы наш, мы новый мир построим, да, весь мир насилие мы разрушим до основания. А затем мы наш, мы новый мир построим. То есть какой наш, где это наш? Потому что когда что-то строится, мы должны четко понимать, что мы строим. А когда люди не понимают, помните, были такие утописты, сначала был Томас Мор, потом социалисты-утописты, вот они сочиняли про какие-то там шоколадные страны с мармеладными берегами, и город солнца там, или там, где все будут любить друг друга и так далее. Все прекрасно понимали, что человеческую... Утопизм, и люди понимали, что человеческую натуру не обманешь, человек по натуре своей подвержен порокам, есть жадные люди, есть жестокие люди, есть люди, которые хотят много власти, но революция поражает беззаконие, возникает понятие революционная целесообразность. И ради благой цели можно, соответственно, своих там оппонентов немножечко укоротить на голову, как говорится. Да. Что, собственно говоря, якобинцы сделали, все это привело практически к
прологу тоже мировой войны, и мы знаем Первая, Вторая мировые войны, но я считал бы, что вот мировой войной как раз была это наполеоновские войны. Тогда тоже воевал весь мир, воевали на разных континентах, погибли очень большое количество людей, как и гражданских, так и военных, и потом все это закончилось Священным Союзом, жандармом Европы в лице императорской России и подавление всех движений. На какое-то время все притихло. Наполеон же тоже был популистом. Я бы не сказал, нет, он именно пришел на популистических лозунгах, но потом он стал, мы должны не забывать, что кодексы Наполеона являются основой современного романо-германского права, он кодифицировал, он очень много сделал вообще полезного, и вообще я считаю, что многие вещи, которые ему приписывают, это в основном пропаганда, причем британцы по этой части большие мастера, скажем так. Вот тогда же у них была свободная пресса, и они любили вот заниматься вот этой военной пропагандой. Его назвали чудовищем, там, тираном, антихристом, еще бог знает кем. Но он был достаточно конкретным человеком. Несмотря на то, что он был очень военным талантом, я бы сказал, военным гением, помимо всего прочего, он еще был очень неплохим гражданским строителем. Ну вот возьмем, например, герцогство Варшавское, правильно? Другой бы сказал бы, я вам дам свободу, и забыл бы про это все. Но он для поляков сделал, отобрав у Пруссии, так сказать, клочок территории, сделал там герцогство. И власти поляки за него воевали. Не просто, они даже воевали на Санто-Доминго, который, то есть на совсем другом конце земли, и клали свои жизни. Поляки считали самыми боеспособными частями в Великой армии, и Наполеон их очень уважал. И я хочу напомнить, что современный гимн Польши «Мазурка Домбровского» это описывает по в составе войск Наполеона. То есть поляки очень его уважали, потому что его слова не расходились с делом. Поэтому Наполеон, как и любой политик, он умел обещать, но в то же время он умел и выполнять те или иные действия. Поэтому здесь как бы все покрылось мраком и тишиной. Опять воцарились у нас герцоги, короли и русские, российские цари. Но начался популизм 2.0, а это марксизм и социал-демократия. Вы помните, что в 1848 году вот некие люди издали коммунистический манифест, и опять и призрак пошел призрак по Европе, начали рассказывать, что экспроприация экспроприаторов, отношение к средствам производства и так далее и тому подобное. Это все шло бок о бок с промышленной революцией. Почему? Потому что этот, кстати, метод очень хорошо переняли итальянские гангстеры в США в 30-е годы. Ну, как заставить работодателя честно тебе платить дань? Для этого не надо брать бейсбольную биту, автоматы, пулеметы или еще чего-то. Для этого нужно договориться просто с директором профсоюза, и они будут бастовать, правильно? То есть ты как бы посягаешь на работников, которые обеспечивают производство, и, как правило, до забастовок даже не доходило, начинались переговоры, арбитраж, и платили туда, кому чего надо. Этот принцип в 19 веке как раз и был внедрен марксистами, то есть они говорили, есть средства производства, есть капиталисты нехорошие, которые присваивают себе прибавочную стоимость, а есть бедный пролетариат, за права которого нужно бороться, так сказать, пролетарии всех стран, объединяйтесь. И пошли различные расколы, там, марксизм, прудонизм, лассальянство и прочее, 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 то есть отделились, получились радикалы и получились, скажем так, социал-демократы, которые усматривали мирный эволюционный переход и договорники с капиталистами. Все это закончилось, как мы знаем, 17-м годом и практически приходом таких же популистов-большевиков к власти на руинах Российской империи. Все это тоже закончилось очень плохо. Почему? Потому что большевики обещали мир народам, землю крестьянам, ну и так далі, тому подобное. Ну, тут, знаєте, тут ще питання, чи закінчилось це, чи ще ні, тому що в мене таке враження, що ми продовжуємо ще отой 17-й через 100 років. Повністю з вами согласен, тому що у нас нет надлежащей ні исторической, ні правової оценки тим самим событиям. Я, как бы, по мере своїх скромних сил стараюсь людям донести і объяснить, що здесь, тому що люди в основному витають вот в этих сверхідеях, которые работали, ведь они говорят, ну идея это была хорошая, да. Власть совета. Там, советы, что тут плохого? Хорошее дело, правильно? Выбирать депутат Балтики, депутат матрос Железняк там или еще кто-то, что тут плохого? Но поскольку большевики по сути своей были узурпаторами власти, ни о какой демократии, конечно же, речи идти не могло. Влады советам они же так и не дали. Конечно. Так само, как и фабрики рабочими землями. Совершенно. Однопартийная система, причем беспредел этот продолжался до Сталина, потому что Сталин популистом не был. Он был как раз государственником, и
вот эту всю как бы многочисленную камарилью он, ну, как вы знаете, там 37-й год организовал всем это дело, но он... Но он был диктатором. Да, конечно, он просто стал диктатором. С диктаторскими, безусловными методами, но он отодвинул идеологию, как, будем говорить, смазку для двигателя. Государство стало большой машиной, где человек был винтиком, а вот эти все рабочие колхозница, фильм-цирк, там, где все танцуют и поют, и «Волга-Волга», это уже был как бы идеологический подтекст. Тобто, десь якось окремо існують ідеї прекрасної совєтської житті, але після того, як ми повертаємось з кінотеатру і подивились фільм «Волга-Волга», ми сидимо і дрожимо, і чекаємо, що за нами абсолютно можуть прийти. Точно, да, абсолютно точно. Потому і люди сейчас даже до сих пор не понимают вот этого диссонанса между... Потому что говорят, ну фильмы же были хорошие, смотрите. Такая там, жизнь такая была. Жизнь была, и вот так, вот так, вот так. А в то же время, когда ты читаешь реальные события, и сколько людей было уничтожено, причем это люди, не имевшие к политике никакого отношения, не троцкисты, там, не уклонисты какие-то, а инженеры, рабочие и так далее, просто потому что они как бы потенциально противоречили машине, вот этой вот государственной машине. Потому что тот, кто становился винтиком, он должен был работать. Когда этот винтик, как говорится, ломался или выходил из строя, его или меняли, или он начинал, когда что-то о себе воображать, его быстро... Потому что винтиков цех богато. Совершенно верно. Да, ресурсы были у Сталина очень большие. Кроме того, как, опять же, мы знаем, это общеизвестный факт, индустриализация была проведена на американских ресурсах, что в Москве было организовано Альбертом Каном самое большое конструкторское бюро в мире, где было 4000 проектировщиков-инженеров. А Альберт Кан, кто не знает, это отец Детройта. О том, что наш Днепрогэс был построен, General Electric. О том, что наши все тракторные заводы построены американцами. И, ну, имеется в виду американскими инженерами. Это в то время, когда бушевала там, как говорится, депрессия. Mm-hmm. Поэтому здесь, для чего я это все рассказал? Потому что здесь слова не расходились с делом. Тут нужно было отвечать за свой разговор и быстро делать. Поэтому были пятилетки, четкие планы, а все остальное это уже было, как говорится, политпропаганда и политработы. Вот. И все это продолжалось бы и дальше, если бы не оттепель так называемая, и опять мы вернулись в эти вот славные времена, когда у нас голова была глубоко в облаках, а другие части тела сильно сидели, как говорится, на земле. Я имею в виду того же самого Хрущева, помните, кукурузный кризис, когда люди стояли в очереди за хлебом, это Новочеркасск, когда были расстреляны рабочие за то, что повысились цены на мясо, и они вышли. То есть очень быстро как бы подавлялось точно так же инакомыслие. Но тобто при... эти гвинтики, они все ж таки стираются, и рано или поздно их недостатність відчувається. Популизм не может долго существовать, да. И поэтому, когда при Брежневе поколение вот тех, кто не знали войны, бэби-бумеры, так сказать, 47-го, там, 48-го годов рождения, они как бы стали жить хорошо, они захотели жить еще лучше. И поэтому Горбачев, он по большому счету не планировал разваливать Советский Союз. Да, он хотел, до останнего... он хотел сменить лошадей, он хотел убрать вот эту оголтелую риторику сталинских времен и заменить ее более либеральной риторикой нового мышления, именно с ударением на первом слоге, плюрализмом мнений и многоукладностью экономики. И гласность, дорогие товарищи. И гласность, совершенно верно. И все это закончилось очень и очень, опять же, как мы видим, плохо. 91-м годом, всеобщим распадом. Это был популизм? Чи це був вимушений популізм, тому що історія ж вона все одно диктувала свої процеси і імперія розпадалась? От, можливо, інакше і не могло бути? Дело в том, что я очень много читал по этому поводу литературы. Если вы помните, я, например, своим студентам в университете не могу никогда нести, что джинсы были статусной вещью. Как iPhone сейчас, например, в советское время, если вы помните. Не разумеют, да? Да, не разумеют, да. Они не понимают, что они стоили 220 рублей, и их можно было купить на толкучке, а не просто, как сейчас, пошел в любой магазин и купил. Это один из показателей голода на образы. То есть все понимали, что нельзя все время жить в казарменном социализме. О том, что есть Голливуд, есть там американские мультфильмы, есть джинсы, есть ковбой, есть различные там 100 сортов хрестоматийные колбасы. И это все прет через... это тогда еще не было интернета, вы же помните? Ну, тогда просто те, кто был в загранкомандировках, приезжали, рассказывали, показывали эти фотографии. И чем больше людей... Потому что помните, при Сталине кто мог ехать за границу? Только проверенные товарищи или на танке. Других вариантов не было. Но когда произошла разрядка, стали ездить спортивные команды, большие театры, которые становились малыми театрами. Шутка такая была. Помните, многие оставались там, балероны различные, да, музыканты, там спортсмены.
ну, там, помните, актеры, там, Видов, там, Протопопова, Белоусов, там, Нуриев или еще кто-то. То есть люди покидали советский рай и хотели оставаться. И это невозможно было скрыть. И поэтому все понимали, что дальше так продолжаться не может. И поэтому здесь очень необходимо применить новую какую-то идеологическую догму, которая бы говорила об общечеловеческих ценностях, что коммунизм, да, это хорошо, но есть высшие общечеловеческие ценности, и мы должны с этими ценностями войти в мировое сообщество, скажем так, цивилизованное, как говорится, весь цивилизованный мир. Тогда давайте я тут одразу стрибок зроблю до сучасного. От, ми повинні з цими цінностями, з цінностями, можливо, вже тоді нового тисячоліття, тут можна про це подумати. Але ми бачимо, що сьогодні ці цінності і вже світове мирове сообщество абсолютно однозначно йде шляхом популізму. Да. От, да. І що ж відбулося за ці 20 років? От з часу, ну, 25 вже більше, з часу розпаду Радянської імперії, яка намагалась начебто ці цінності до них прийти. А тут ми тільки начебто встали на цей шлях і тільки почали приходити, а тут раз, а куди йти? Якщо там Брексит, там Трамп, там Ле Пен, там еще что-то. Да, да. Вы правильно абсолютно говорите. Опять же, популистическая идея – это антисистема по сути своей, потому что она не может вечно существовать. Есть система. Вот Римская империя, о которой мы говорили, просуществовала более там 2000 лет, например, в том или ином, скажем, виде. А популизм – это скоропортящийся продукт. И поэтому, когда мы говорим о сегодняшнем дне, вы помните, после распада Советского Союза всякие фукуямы заговорили о конце мировой истории. Истории, что теперь будет, все будет хорошо и так далее. Но получилась Югославия, получилась Руанда, потом получился Ирак, Абу-Грейб, 11 сентября, и все стало опять очень-очень плохо. И мы сейчас видим, как сейчас приходят к власти. Я бы не сказал, что Трамп, который представляет определенные силы, мы прекрасно должны понимать, что Трамп это не Наполеон, это не самодостаточная фигура. Это ставленник определенных структур. Я, например, для себя пока не разобрался до конца, ну, во-первых, очень мало времени, что он из себя представляет. Но его первые шаги, дело в том, что до него Обама был популистом однозначным. И я слышал нелестные характеристики от американцев в 2010 году, когда я жил в Калифорнии и общался с американцами, которые, кстати, это типичный средний класс, собственники, малый и средний бизнес, которые абсолютно не уважали Обаму. Они так и говорили, этот человек не построил за свою жизнь ничего, ни бизнеса, ничего. Этот человек говорун, болтун, и он только умеет разговаривать и больше ничего. Но самым главным признаком популизма это была миграционная политика и медицинская страховка Обамакер, если как вы помните, да? То есть, когда, ну, вот вы платите в Америке страховка, чтобы вы понимали, это не, ну, это у нас как автогражданка. Ты должен купить страховой полис, потому что ты его должен купить. Имеется в виду обязательная ОСАГО. Я его не купил, получи штраф. Точно так же в Америке медицинская страховка. Ты обязан ее покупать. И когда вместо, там, условно говоря, 700 гривен, ты тратишь 2800 гривен, потому что Обама сказал, надо делиться с бедными, голодными и нищими. Кстати, я тут тоже хочу сказать еще один признак популизма. Они всегда работают чужими деньгами. Своими деньгами они никогда не работают. То есть они, их задача взять и поделить. Или, как в 90-е годы был такой печальный анекдот, если вы помните, когда бастуют учителя, то отбирают зарплату у шахтеров. Когда бастуют шахтеры, отбирают учителей. Когда бастуют все, повышают зарплату милиции. Понимаете? То есть вот это бесконечное переливание из одного сосуда в другой, это и есть популизм. Но в то же время популизм, он хочет охватить как можно больше слоев населения. Поэтому наши политики, я имею в виду и отечественные, и международные, они обещают всем и все. Воду крестьянам, землю, так сказать, наоборот, землю крестьянам, воду матросам, мужчине по женщине, ну и так далее и тому подобное, как говорится. И все мы, вы имеете возможность дышать свежим воздухом. Да, да, да. Воздух бесплатно. Так, а методы протидії взагалі існують проти цієї? Да, справы. Конечно, иснуют. Да. Во-первых, популизм обращается к эмоциям. Это питательная среда популизма. Допустим, справедливость есть, за нее надо бороться. И люди сразу воспаряют над обыденностью и хотят бороться за справедливостью, неважно для чего, например, понимаете? То есть энергия идет, выброс энергии, когда человеку показывают какое-то негативное явление, говорят, давайте объединимся за все хорошее против всего плохого. Да. Вот. Вот это основная, как бы, захват
аудитории и вовлечение. Вовлечение в какую-то беготню по кругу, где этим бегом управляет, соответственно, тот самый популист или тот, кто его поставил. Поэтому лучшее лекарство против популизма – это рационализм. То есть эмоцию надо отключить и включить рацию. И когда очередной деятель, лидер начинает вам рассказывать, что мы там через какое-то время куда-то там войдем, то надо понимать, за чей счет, во-первых, этот банкет, каким образом мы туда войдем и что после этого выйдет. То есть, когда человек рационально начинает раскладывать, он говорит, а может, нам и не надо туда идти, собственно говоря. Может быть, мы и сами с усами, как говорится. А популистам единственное, бойкот и изоляция, понимаете? Не надо с ними воевать, не надо пытаться их переубеждать. Достаточно просто ограничить их влияние. Это, с одной стороны, сложно, но я все больше и больше, я считаю это кокетством, но тем не менее, я все больше и больше слышу, когда люди говорят, я не смотрю телевизор, или там, я не сижу в социальных сетях. Я считаю, да можно и смотреть телевизор, можно и сидеть в социальных сетях. Просто ты должен поставить очень жесткий фильтр, чтобы в тебя не заливали вот эти все посылы и манипуляции, которые вот популисты любят работать. Маніпуляції сознанням, прежде всього. Знаєте, пане Станіславе, ще більше питань у мене до вас виникло. Я пропоную цю тему продовжити, тому що тут і до українських контекстів цікаво дуже перейти. У мене там, я навіть там спеціально до вас питання там про політиків з косами і з вилами. Ну, я думаю, наступного разу ми з вами окреслимо. Я обов'язково викладемо ми цю передачу. Давайте зберемо відгуки. И, до речи, про эти негативные коннотации, я думаю, тут спасибо. Вам зараз прилетит. Только чтобы без агрессии, да. Да, ну, звісно. Вот мы же не популисты. Да. Вот. И я думаю, за певний час, не дуже далекий, мы с вами это продолжим, потому что питань дуже багато. И особливо эта тема, как протистояти цьому шквалу. Ну, от те, що ви в кількох словах окреслили, я пропоную якось продвинути і розширити. Буду рад помочь. Да. Спасибо. Дякую вам. Дякую. Да. Що ж, шановні, це був меморандум латинською «Те, що варто пам'ятати». Ми говоримо про події історії, і не лише про події, а й про історичні процеси, про відомі, маловідомі, невідомі. І такі, що, як ми думаємо, відомі. А от для мене особисто від пана Станіслава щодо популізму багато нового відкрилось. Сподіваюсь, і для вас є над чим подумати, і є чим продовжити цю розмову. На все добре, побачимось.